Это «Город С». Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. В мире проживает примерно 1 миллиард инвалидов. Это на самом деле около 15% населения всего земного шара. И все они сталкиваются с физическими, социально-экономическими и поведенческими барьерами, исключающими их из равноправного участия в жизни общества. По данным ООН, они составляют непропорционально большую долю беднейшей части населения мира. А также у них отсутствует равный доступ к основным ресурсам, таких как образование, занятость, здравоохранение и система социальной и правовой поддержки. Это по данным ООН. Но можно смело утверждать, что у нас в Самаре это не так. Власть оказывает людям с ограниченными возможностями поддержку и принимает программы, направленные на улучшение их жизни. Именно этим людям посвящен всемирный праздник, который отмечается 3 декабря. И сегодня мы поговорим об этом. Знакомьтесь, пожалуйста, в нашей студии Марина Вишнякова, заместитель руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации городского округа Самара. Здравствуйте. Здравствуйте. Марина Юрьевна, прежде всего, какая часть населения нашего города является как раз людьми с ограниченными возможностями здоровья? Ну, раз вы уж затронули цифры, которые предоставили ООН, я, конечно же, должна сказать по населению, да, представляющей эту категорию в городском округе Самара. На сегодняшний день инвалидов, проживающих на территории города, составляет 96 тысяч человек. Это порядка 8,5% от общего числа населения города Самара. И, конечно же, наша, как администрация города, как нашего профильного департамента, первостепенной задачей является, это, конечно, забота и поддержка этой части населения. В связи с чем у нас в городе принята муниципальная программа, не одна муниципальная программа, у нас их две. Одна называется «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста. Создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения». И вторая программа тоже направлена на эту же группу населения, но на младший возраст, на детей. «Самара детям, мы разные, мы равные». Наверное, ни одна категория населения не удостаивалась еще двух программ целых, да? Ну, понимаете, в принципе, они объединяют, да, мероприятия, но одна программа для наших маленьких жителей города, да, а вторая программа для более старшего населения. Ну, то есть у нас почти в два раза меньше, чем статистика по земному шару, да, там 15% населения, у нас около 8%. Это радует. Ну, это радует, и, наверное, есть возможность больше внимания им уделить, коль скоро меньше таких граждан. Ну, это... На самом деле, вот Генеральная Ассамблея ООН, когда утверждала этот праздник, Всемирный день инвалида, он был организован, наверное, с целью, ну, во-первых, информирования общества и с целью какого-то вот концентрации внимания именно к этой группе людей. Но надо сказать, что вот за последние 10 лет, как мне кажется, отношение общества к этой проблеме действительно изменилось. Как вы видите? Конечно, конечно. 3 декабря 1992 года, как вы правильно сказали, Генеральной Ассамблеей ООН был утвержден этот праздник. Именно он был утвержден с той целью, чтобы привлечь внимание, да, к проблемам населения вот этой части, вот этой категории, да, но не вызвать жалость, да, какой-то вот к этой части населения, а именно в сознании людей вот укрепить понимание, что они являются такими же членами общества, да, и только они нуждаются в постоянной социальной поддержке какой-то. В связи с чем вот у нас в городе, да, опять же, в связи с принятием этих, реализацией этих программ, существует ряд мероприятий и меры социальной поддержки, и проведение социально значимых мероприятий, и выделение субсидий. Ну, наверное, как-то вот с этим... Порядку, да, стоит разобраться. И сегодня мы с вами договорились о том, что мы говорим о взрослых людях, да, вот конкретно, да, о программе, которая направлена на их поддержку. Итак, из чего она состоит? Давайте вот какую-то часть ее пока, может быть, обсудим. Но хотела бы сказать, что на территории городского округа Самара вообще инвалидам и людям с инвалидностью осуществляются государственные меры социальной поддержки по линии Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области. Город же оказывает дополнительные, вот к тем существующим, да, мерам, дополнительные меры своей, меры социальной поддержки. В чем они заключаются? Конечно, мы все понимаем, что люди с ограниченными возможностями, которые проживают, имеют невысокую пенсию, да, невысокую. К сожалению, тот жилой фонд, в котором проживает наша категория, да, не всегда
приспособлен, да, к условиям проживания, вот и жизнедеятельности этой категории. И чаще всего, наверное, не приспособлен. Чаще всего, да, у нас очень много старого жилого фонда, те же сталинки, хрущевки, да, в которых очень узкие проемы. Если инвалид передвигается по дому на коляске, ему это очень тяжело сделать, да, в связи с чем городом было принято решение оказывать именно содействие, выделять социальную помощь, да, в виде социальных выплат на улучшение вот этих жилищных условий, на приспособление жилищных условий, если это возможно технически, да, те же расширение проемов, установление каких-либо пандусов, просто для проведения какого-то косметического ремонта в связи с, все мы знаем, с малой доходностью этой части населения. Поэтому на улучшение обустройства, да, жилищных условий у нас выделяется 30 тысяч рублей, это социальная выплата, да, и 25 тысяч рублей. То есть на две выплаты имеется на человека, в виду, да? Да, на человека. Она выделяется разово, у нас единовременная выплата, единоразовая выплата. В этом году у нас получила такую выплату, да, ну я их вместе назову, и по 30 тысяч рублей, по 25, более 260 человек. То есть ежегодно у нас формируется очередь в районных центрах социального обслуживания, социальной поддержки. В каждом районе у нас существует такой центр, куда инвалид приходит, пишет заявление, что он нуждается, да, или инвалид, или его представитель приходит в район и пишет заявление с просьбой предоставить ему такую выплату. Марина Юрьевна, я просто уверена, что далеко, наверное, не все знают об этом, и, может быть, сейчас нам с вами стоит еще раз повторить, кто может получить такую выплату, и для чего и как. Угу. Хорошо. Значит, единоразовая выплата предоставляется 25 тысяч рублей. Это одиноко проживающим инвалидам. Даже если у них где-то еще живут дети. Да, если у них живут дети, как чаще бывает, если мы проживаем совместно, да, если инвалид, то и дети проживают в одной квартире, то они заинтересованы в том, чтобы провести ремонт и как-то обустроить. А когда у нас пожилой человек, инвалид, проживает один, скорее всего, силы занятости, некогда, денег, да, и поэтому мы стараемся именно помочь такой категории, а зачастую у них просто нет родственников. Бывает и такое, да. Поэтому для обустройства, то есть приспособления, у нас выделяется 30 тысяч рублей, да, там, на обустройство пандусов, на расширение проемов. Ее могут получить инвалиды, одиноко проживающие, значит, с ограничением движений третьей и второй степени. То есть это первая группа инвалидности, но ограничение у них рассчитывается как третья степень ограничения. Да? И инвалиды второй группы со второй степенью ограничения. Значит, на ремонт 30 тысяч рублей, да, выплату, у нас могут получить инвалиды первой и второй группы, одиноко проживающие, и инвалиды первой группы, если они даже проживают в составе семьи с детьми. На самом деле, наверное, они могут все-таки потратить эту сумму так, как считают нужным, несмотря на целевое такое ее назначение, да? Нет, эту сумму они должны потратить на именно на ремонт. Угу. Конечно, только на ремонт. Ну уж какой ремонт они сделают, да, если они получают там 25 тысяч, они могут ставить окно, например, или какой-то косметический ремонт сделать. Это они, конечно, сами решают. Угу. Итак, значит, с этим понятно. Какие еще меры социальной поддержки существуют? Значит, в этом году у нас новая мера социальной поддержки для инвалидов, тоже одиноко проживающих. Вот она только сейчас у нас с этого года начала действовать. Раньше у нас в прошлом году она была у нас утверждена для участников Великой Отечественной войны, да, это установка газовых счетчиков. То есть с этого года мы одиноко проживающим пенсионерам, да, первой группы, тоже устанавливаем газовые счетчики за счет бюджета города. На один прибор учета у нас предполагается 11 тысяч рублей.
Сейчас на данном этапе у нас, скажем так, вот она только с 1 октября вступила в силу это постановление, да, поэтому мы формируем очередь. На сегодняшний день, конечно, говорить, что мы какой-то, ну, уже есть ряд людей, которые мы установили. Массовые выплаты еще не было? Массовые выплаты у нас пойдет со следующего года. В этом году уже, ну, небольшое количество, но уже установили эти счетчики. Ну, это здорово, потому что значительно сокращаются расходы тогда все-таки оплаты, конечно, за газ. Конечно, потому что это, в общем-то, дорогостоящая, да, это установка газового счетчика, она, на самом деле, со всем оборудованием, с демонтажом, там, с установкой, где-то порядка 11 тысяч рублей. Угу. Марина Юрьевна, а вы сказали, вот с этого года появилась эта мера поддержки. А вообще, насколько меняется часто программа, насколько часто появляются в ней какие-то новые пункты, и, собственно, от чего это зависит? Ну, во-первых, программа-то, она часто так не меняется, мы просто смотрим, да, это категория, которая уже, например, участникам Великой Отечественной войны, вот взять со счетчиками, мы потребность в установке счетчиков закрыли. Угу. То есть на данном пункте у нас... У бюджета появляется возможность. Да, появляется возможность установить более другой категории какой-то. И мы эти деньги перераспределяем. Вот сейчас смотрим как потребность, да, потом финансовую возможность наших подопечных, да, у кого более тяжелое, да, это положение, тем стараемся помочь. У нас вообще сейчас... адресная направленность идет, да, на поддержку вот, населения. Поэтому, конечно, анализируем, смотрим, кому более востребованы эти выплаты, тем как бы стараемся вот, перераспределить в программе именно на эти цели. Но вы, наверное, не случайно начали рассказывать о программе именно с финансовой составляющей, потому что это как раз-таки одна из самых важнейших позиций для людей, которые имеют ограниченные возможности здоровья. Конечно, ну, всем не секрет, конечно, это что у нас люди с ограниченными возможностями, да, получают небольшую пенсию. Зачастую, может быть, к сожалению, у нас еще недоступна среда, да, для того, чтобы где-то устроиться на работу. Не всегда можно, там, допустим, на коляске выехать, да, и куда-то доехать до места работы. Это, конечно, очень у нас больной вопрос такой. И поэтому какие-то меры социальной поддержки, да, вот, выплаты. Также я еще не сказала, у нас это санаторно-курортное лечение, да, предполагается тоже. Не всегда они могут себе позволить купить эту путевку. Поэтому стараемся как-то вот их поддерживать. Да, вот как раз хотела вторым пунктом спросить вас именно об оздоровлении, потому что это, наверное, наряду с финансовыми проблемами тоже проблема очень серьезная и очень такая острая. Ну, опять же, хочу сказать, что в связи с тем, что путевки вообще оказываются по линии Центра социального обслуживания, да, но в связи с тем, что в городе очень большие очереди, да, на получение путевок, поэтому городом предусмотрены опять дополнительные меры, да, по оздоровлению. Каждый год у нас порядка 5 миллионов уходит на оздоровление. Прежде всего, мы оздоравливаем инвалидов-колясочников. Мы их направляем в Серкивские минеральные воды, потому что у них более приемлемые там, вот, для их заболевания более лучшие условия и лечение. Также с опорно-двигательными заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, в различные санатории, в том числе санатории Самарской области направляем эту категорию. На сегодняшний день, вот у нас в этом году, у нас увеличено, да, финансирование именно на оздоровление было. У нас около 300 человек получили оздоровление в этом году данной категории. То есть, если я вас правильно поняла, что вот, говорить о наличии какой-то огромной очереди не имеет смысла, да? Нет, очередь существует. Очередь существует. Мы понимаем, конечно, что средств может недостаточно, да, но есть определенные условия, да, это решается даже не нашим законодательством, а законодательством федерального уровня, что
Путевка предоставляется один раз в 3 года. И если по линии министерства, ну, к сожалению, может, не успел получить, не встал на очередь, мы готовы со стороны города предоставить путевки, оздоровить нашего инвалида, да, один раз тоже в 3 года. Во всяком случае, о своем желании нужно обязательно заявить. Обязательно надо и заявить. Опять же, в те же обратиться в районный центр предоставления мер социальной поддержки, да, заявительный характер оно имеет, обратиться к специалистам, написать заявление, встать на очередь. И как только будет подходить очередь, я говорю, в принципе, у нас достаточное количество выделяется путевок, наши специалисты обязательно оповещают, наверное, да? Да, и мы, постоянно можно узнать, как продвигается очередь, тоже у специалистов районных отделов. Мы с вами начали разговор с того, что за последнее время отношение общества к людям с ограниченными возможностями изменилось. И, в общем-то, доказательство тому, вот как раз те преобразования, которые сейчас идут, которые мы видим в нашем городе, это и пандусы новые появляются, и трамваи удобные появились, и много всяких таких вещей. И в этом году были реализованы 2 уникальных просто пилотных проекта на территории именно... городского округа. Это пляж для людей с ограниченными возможностями, и это социальное такси. Мы, на самом деле, об этих проектах, конечно, говорили, но настолько они значимые и важные, что, мне кажется, можно было бы сейчас еще раз коснуться этой темы. И, в частности, вот социальное такси, которое появилось в нашем городе примерно год назад, да? Оно у нас в пилотном проекте начало работать с февраля 2016 года. Ну да, можно уже говорить о том, что почти уже какие-то итоги подвести можно. Да, можно подвести итоги, и, наверное, есть уже перспектива развития этого проекта. Вот что будет дальше? Ну, сейчас, конечно, и на федеральном уровне, да, и на региональном уровне, и, естественно, на городском, на муниципальном уровне большое значение уделяется доступной среде, да. Мы видим, как преображается наш город, что многое сейчас делается именно в рамках именно доступности, да. Много у нас сейчас дорог реконструируется, именно делаются пандусы, съезды, светофорные. Светофор у нас оборудуется приспособлениями для слепых людей. Вот. И, конечно же, город не мог стоять в стороне, да, и надо было придумывать какие-то новые проекты. И вот одним из проектов у нас, конечно, это социальное такси. В феврале, ну, начали мы с чего? Начали мы с пилотного проекта, именно чтобы посмотреть, насколько нужна эта услуга, да, кому нужна эта услуга, какие объекты будут более востребованы именно для доставки инвалидов, да, куда им нужно будет доехать. И... Вы ожидали, что такая востребованность будет этого проекта? Ну, конечно, мы предполагали, что будет, но, если честно, мы ожидали, наверное, ну, анализируя другие города, да, мы думали, что как-то вот не будет такого вот, скажем, такого спроса высокого. Ну, в принципе, мы рады, что есть спрос, да, то есть наши усилия, они оправдались. То есть нашу услугу, которую мы сейчас предоставляем, она востребована. Мы сделаем все, чтобы она была, продолжалась дальше, да, вот на сегодняшний день. В принципе, если она до сентября работала в пилотном проекте, мы перевезли там 1500 человек, то с сентября месяца до сейчас, вот на сегодняшний день, у нас вот за этот короткий промежуток времени, за 2,5, уже 2500, да, мы провезли. Прогрессия значительная. То есть у нас, да, сейчас мы вышли, заключили контракт с транспортной компанией, которая у нас осуществляет перевозку инвалидов. Конечно, наиболее востребованная эта услуга для больных с гемодиализом. Им эта процедура жизненно необходима, и они ей пользуются 3 раза в неделю, по-моему, с такой периодичностью. Конечно, раньше они на это тратили свои деньги, потому что если туда еще возможно доехать до больницы, да, то после этой процедуры, конечно, человек очень ослаблен, ему, конечно, на общественном транспорте вообще говорить не о чем, поэтому, учитывая, опять же, невысокий доход наших инвалидов... На такси, конечно, не наездишь. На такси не наездишься, и он очень востребован вот именно для этой категории. Если у нас на этот год было запланировано 1 200 000, да, всего, то уже на следующий год
у нас запланировано 4,5 миллиона. Если, конечно, я не говорю, мы можем использовать эти 4,5 миллиона за полгода, значит, но никоим образом эта услуга не будет приостановлена. То есть, если уж мы взяли на себя такие обязательства, значит, мы их обязательно выполним. И сейчас пока у нас идут только положительные отзывы, да, я и думаю, и в дальнейшем они будут только положительные. У нас для осуществления этой услуги создан колл-центр. Опять же, сейчас они пока работают, ну, как диспетчер принимает вызова, да, и передает их в транспортную компанию. У нас на этот колл-центр большие планы. Мы его хотим использовать именно как информационный центр. То есть любой житель, не только инвалид, не только ветеран, может позвонить в колл-центр и узнать о каком-то мероприятии, проводимом для этой категории, да, о каких-то мерах социальной поддержки. То есть будет полноценный информационный центр. Это значит, и, наверное, количество занятых на работе в этом центре увеличится? По рекомендации главы, да, мы к ним прислушались. В нашем колл-центре работают инвалиды. Да. То есть саму услугу предоставляют инвалиды. Мы здесь решили сразу несколько проблем. Во-первых, это трудоустройство инвалидов, инвалидов-колясочников. Да? В помещении, где находится колл-центр, у нас проживают инвалиды-колясочники. То есть это специализированный жилой дом, в котором проживают у нас порядка 18 инвалидов-колясочников, 6 из которых у нас трудоустроены в колл-центре. Они работают в связи с тем, что у них режим работы ограничен, они работают посменно, по графику, по 3 часа. И постоянно меняясь, вот задействовано на сегодняшний день 6 человек. То есть мы решили вопрос передвижения, то есть им не надо никуда ездить. Очень на удобно, работу. Конечно, да? Они спустились на второй этаж, да, на свое рабочее место, отработали, также поднялись домой. То есть это доставка до работы, это трудоустройство их, потому что они все на колясках, но трудно у нас еще, к сожалению, да, устроиться человеку с ограниченными возможностями, тем более на коляске. Это востребованность. Это, да. И вот только вчера там была, да, как бы, и у них, понимаете, есть уже такое стремление, да, приносить пользу, да, быть востребованными, желание работать. Зачастую у нас почему? Вот мы никак не можем, чтобы инвалида, да, устроить на работу. Да потому что ему до работы надо, если даже и предлагается работа, добраться до работы как-то надо еще как-то добраться. К сожалению, сейчас город многое делает для того, чтобы среда была доступной, да, что и дороги, и все. Но, понимаете, если учреждение доступно, а если инвалид проживает где-то далеко, все равно вот этот промежуток надо как-то преодолеть. Для этого, в принципе, у нас есть социальные такси сейчас, да, на котором он также может добраться. Еще один пилотный такой проект у нас, большой проект, да, которым, в принципе, город гордится, да, и, я считаю, даже не только город, и это, конечно, у нас теперь доступный пляж, опять же, на который можно добраться на нашем социальном такси. Да, проект действительно уникальный, и много мы о нем рассказывали. Сейчас зима, вроде про пляж как-то странно немножко говорить, да, может быть, кому-то покажется. Марина Юрьевна, мы с вами все-таки начали с того, что 3 декабря у нас будет Всемирный день инвалида. Ну, это не Новый год, конечно, но это все равно такой знаковый день, и, очевидно, к этому дню готовятся какие-то специальные мероприятия. Вы знаете, к этому дню мы, наверное, идем весь год. То есть День инвалидов, я не знаю, как вот с течением обстоятельств, он все-таки ближе к концу года, да, и работаем мы с инвалидами целый год. И мы проводим не только День инвалидов, мы проводим ряд крупных мероприятий, порядка 15 мероприятий крупных городских, да, которые мы проводим с инвалидами. И на Дни инвалидов, вот, которые у нас будет 1 декабря, проходить так он 3-го, а у нас 1-го будет, мы будем в городе его проводить в здании филармонии, у нас будет подведение итогов. То есть мы будем подводить итоги всего, что мы сделали, мы или сами инвалиды при нашей поддержке сделали за этот год. Значит, будет там подведение итогов премии главы. Да? У нас утверждена премия главы для
инвалидов, граждан с инвалидностью. 6 номинаций у нас, в каждой номинации предусмотрены 3 премии. Номинации у нас образование и наука, творчестве, в общественной деятельности. В этом году вот у нас поступило 34 заявки, всего у нас предусмотрено 18 премий. То есть поступило на наш отбор 34 заявки. Мы отбираем тщательно, да, в комиссии проходит комиссионный отбор. И вот на заключительном этапе, вот 1 декабря на Дни инвалида, мы будем вручать премию главы. Премия главы, она утверждена главы города в порядке 22 500 рублей. А просто для примера, что это за заявки такие вообще? Вот кто выдвигается на премию? Ну, например, это общественная, да, деятельность. Mm-hmm. Это у нас председатели общественных организаций инвалидов, да, которые проявили себя в общественной деятельности. То есть у нас есть премия предпринимательства, да, то есть это у нас вот девушка-инвалид, которая создала свой клуб, активно привлекает в него, привлекает средства, да, с разных источников. В чем-то себя проявила, в таком ярком, да, что вот хочется отметить, хочется ее простимулировать на дальнейшую работу. Очень много вот литературной, да, у нас очень много талантливых инвалидов, да, которые пишут стихи. Творчество, да, очень много прикладного творчества. Это и картины пишут инвалиды, и поделки. Это. Я вообще всегда говорю инвалидам, если Бог где-то взял, да, физическое здоровье, то он им воздает в чем-то в другом. Mm-hmm. Потому что на самом деле, если вот мы им помогаем раскрываться, то это просто шедевры. Вот у нас проходят и выставки, да, но в течение года, на котором инвалиды представляют свои работы. Ну, просто это профессиональный уровень. Вот. И год мы начали, если уж подводя итоги, да, с такого мероприятия, как у нас первое мероприятие, это он проходил в феврале, это аукцион. Такого мероприятия у нас тоже он проходил только первый раз в этом году. Выставлялись, я же заговорила о работах инвалидов, выставлялись работы, сделанные руками инвалидов. Очень хорошо прошел этот аукцион, были привлечены, приглашены и администрация города, и правительство Самарской области, и коммерческие организации. То есть население откликнулось? Население очень откликнулось, да. И все средства, которые вот получены были от этого аукциона, они пошли именно на таких же, на детей с заболеванием, онкологическими заболеваниями в первой детской больнице, которые находились на лечении, на реабилитацию этих детей. Люди с ограниченными возможностями сами хотят помогать. Да, я и хотела сказать, что именно люди с ограниченными возможностями, да, помогли тем, кто, может быть, в этот момент более нуждается в этих помощи. Пример щедрости душевной, наверное. Конечно. Да, у нас было организовано там небольшой праздник для детей, да, приглашены аниматоры, и в торжественной обстановке мы родителям вручили вот эти вот деньги, вырученные с аукциона. Конечно, это просто вот такое событие значимое у нас было. Первое событие, у нас еще такого не было. Станет, наверное, традицией теперь? Ну, наверное, есть, постараемся, планы, потому да? что, в принципе, да, все вот у мам, которым передавались эти, да, деньги, слезы на глазах были. На самом деле, ну, нужна такая поддержка. Может быть, даже не материальная, а душевная поддержка. Она нужна и тем, кто дает, и тем, кто принимает. Вот здесь, собственно, разделить, да, это тем, кто нельзя. Дает, понимаете, они понимают, что своим трудом, да, своим трудом они помогают таким же людям, которым нужна сейчас, может быть, я говорю, может быть, в этот момент больше нужна помощь, чем им сами. Марина Юрьевна, ну, конечно, не успеем рассказать о всех основных вот этих мероприятиях, которые в течение года проходили. Вы сказали, что их было более 15. Может быть, в конце просто еще раз обозначить, когда вот будет 1 декабря, где и во сколько вот это знаковое мероприятие итоговое?
У нас планируется, значит, 1 декабря в 12 часов в филармонии День инвалидов, да, Международный день инвалидов, традиционное наше мероприятие, которое мы проводим каждый год. И на которое, собственно, можно будет, наверное, прийти всем желающим и как-то принять в этом участие. Марина Юрьевна, я благодарю вас за то, что вы выбрали время, пришли к нам в программу. Это был «Город С». Увидимся, до свидания.